нашем классе, вот куда только они ездят, несмотря на каникулы, не каникулы, но мы были в Испании, в Турции, в Индонезии, один мальчик даже в Африке был. Недавно у нас был классный час, и мы все спорили друг от друга, где были. Это так было увлекательно. Летом я ездила с мамой и с братиком в Турцию, отель «Волк Палас». Там было так здорово, первое пребывание в Турции, просто как в раю я была. Вот заходишь, и там сказка. Вот что хочешь там, мохито, хочешь горки, хочешь джакузи, хочешь себе вот еды, вот хочешь, что хочешь. Море просто нет слов. Вот просто такое прозрачное и такое теплое, а солнце так и светит. Я научилась там плавать, очень хорошие инструктора. А там еще я там, ну, каждый вечер там завтрак, обед и ужин. Что хочешь, бери, хоть тонны еды. Но все равно мама переживала, что я не влезу в школьную форму. Все влезли, потому что мы даже не разжирели, а наоборот схуднули. Ну, конечно же, мне запомнился аквапарк. Мы ехали с мамочкой просто в трубе. Я предложила маме съездить здесь в черной дыре. Он называется так, горка. Мы с ней сели, и там горка, не знаю, наверное, 10 метров. Мы такие и едем, и такой эффект бегающих крыс. Мы так лежали, лежали, лежали. Это же ужас просто. Мама кричала, было вообще здорово. Мой братик скатился с самой большой горки в аквапарке. Он так визжал тоже, я даже не представила, что мой брат будет визжать. Это было здорово. Но я хочу опять поехать в аквапарк, потому что там все не осмотреть. Потому что там их очень много, и я хочу на всех попробовать кататься. Мы очень ждем летних каникул, чтобы встретиться с зарубежными друзьями и ощутить новый драйв! Crazy Summer!